Move! Фильм делает фильмом именно монтаж. Я работаю в кино, не знаю, наверное, уже 37 лет, что-то в этом роде. И я не представляла себе, что такое монтаж на самом деле, пока сама не оказалась монтажной. В монтаже есть некая магия. Магия — это нахождение чего-то нового, на что не рассчитывал, но что делает фильм лучше. Как только начинаешь понимать, что фильм — это сумма монтажных кусков, сразу начинаешь обращать внимание на монтаж. По-моему, талантливый монтажер защищает режиссера от самоубийства. First filmmakers simply photographed what interested or amused them. Первые кинорежиссеры просто снимали то, что их интересовало или забавляло. Они держали один план до тех пор, пока им не становилось скучно. Отцы кинематографа Эдисон США и братья Люмьер во Франции были настроены весьма пессимистично относительно будущего кино. Возможно, было интересно смотреть на движущиеся картинки, но если на экране человек, играющий садовым шлангом, зачем платить деньги за то, что и так можно увидеть на улице? Вообще-то, Огюст Люмьер пошел еще дальше и сказал, что кинематограф — это изобретение без будущего. Но Эдвин Портер, один из сотрудников фирмы Эдисона, доказал, что это неправда. Портер обнаружил, что соединением двух отдельных кадров можно рассказать историю. Эдвин Портер в своем фильме «Жизнь американского пожарного» впервые применил параллельный монтаж. Эмоциональное воздействие на зрителя создавалось с помощью соединения двух несвязанных между собой кадров. Первая сцена происходит в одном месте. В ней пожарный обоз спешит на пожар, а в другой сцене бушует пожар за много миль от первой. Соединив эти две сцены, вы психологически и эмоционально понимаете, что жизнь людей в опасности, что пожарные спешат на помощь, и вдруг начинаете переживать. Вы надеетесь, что людей спасут. Я часто думаю, как создается новое искусство. Люди говорят, может, попробуем так? Нет, это совершенно бессмысленно. Мы в монтажной все время так поступаем. Мы монтируем эпизод? Нет, ничего не получается. Представьте, что говорили в 1904 году. Следующим фильмом Портера было «Большое ограбление поезда». В нем впервые по-настоящему стали видны возможности монтажа. Я говорю это не потому, что сам монтажер, а потому что изобретение монтажа дало толчок развитию кино. Это равносильно изобретению самолета, и летательный аппарат, приводимый в движение человеком, и кинематограф были изобретены в одном и том же году, и оба имели одинаковый эффект. Изобретение киномонтажа дало начало новому искусству и новому языку. Языку, который мог перенести нас в мгновение ока из просторов пустыни в тайны человеческого лица. Одна склейка перекидывала мост через миллионы лет, соединяя доисторическое прошлое с будущим. Монтаж способен замедлить время или ускорить его. Монтаж может напугать зрителей. Или развлечь их. I'll never
Выбор и длина кадров формируют нашу реакцию на то, что мы видим на экране. Монтаж — это то, из-за чего люди любят кино. В конце концов, разве нам не хотелось бы перемонтировать собственную жизнь? Мне бы, пожалуй, хотелось. Я думаю, каждый с удовольствием бы вырезал неудачи, длинноты и пристальнее бы вгляделся в удачные периоды. Я начинала работать на обычном монтажном столе. Эта машина очень похожая на зеленую швейную машинку на ножках. В середине 90-х я перешел на компьютерный монтаж. Монтажеру приходится отстаивать интересы зрителей. Как монтажер, ты видишь только то, что на пленке, а не то, что происходит во время съемок. Точно так же это будет видеть и зритель. Я из принципа не хожу на съемочную площадку, не вижу актеров без костюмов, не вижу ничего, кроме изображения, которое получаю после съемок. Отснятый материал большого голливудского фильма составляет почти 200 часов. Если эту пленку размотать, то ее можно было бы уложить от Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса. Монтажеру может понадобиться несколько месяцев, а то и лет работы, чтобы превратить весь этот материал в двухчасовой фильм. Готовая картина будет состоять из тысячи планов, каждый из которых делится на кадры продолжительностью в 1/24 секунды. У писателя есть слово, у композитора и музыканта — ноты. У режиссера и монтажера — кадры. Одним кадром меньше, двумя кадрами больше — вот разница между фальшивой нотой и верной нотой. Между режущей ухо какофонией и прекрасной музыкой. Верна Филдс внесла много полезного в «Челюсти». Мы все называли Верну Филдс «матушка-монтажер», потому что она была очень простой, очень доброй. Она монтировала фильмы у себя дома, в долине Сан-Фернандо. Это было очень уютное рабочее место. Акула работала не так хорошо и не так часто, как требовалось по сценарию. Вот это место. У нас было соревнование. Верна останавливала монтажный стол на кадре, где она хотела сделать стык. И я останавливала его там, где я хотел сделать стык. И если случалось так, что мы оба останавливали пленку в одном месте, которое уже было помечено крестиком, значит, это правильный кадр. Иногда мы спорили, и все наши разногласия всегда касались именно этой проклятой акулы. Верна всегда считала, что чем меньше, тем лучше, и я старался втиснуть хотя бы еще один кадр, потому что потратил целый день, чтобы снять всего одну сцену. Я 2 дня просидел на катере, пытаясь заставить акулу выглядеть настоящей. Но как ни печально, она выглядела натурально на 36 кадрах из 38. И эта разница в 2 кадра была разница между действительно страшным чудовищем и большим белым плавающим куском дерьма. Я так долго бился над тем, чтобы сократить «Терминатор 2» до приемлемой длины, которая бы устраивала всех, что сказал: «Погодите, нам действительно нужны эти кадры? Если мы во всем фильме уберем по одному кадру из каждой секунды, то сократим его на 2 минуты. Давайте попробуем. Возьмем одну часть и уберем каждый 24-й кадр». Монтажеры посмотрели на меня как на психа. «Давайте попробуем. Ну же, никто никогда этого не делал». И мы вырезали каждый 24-й кадр. Результат был ужасный. Появились скачки, стыки не в тех местах. В общем, ничего не вышло. Каждый отдельный кадр был важен. Как только монтажер это осознает, он первое время боится. Он думает: «Господи, где резать, здесь или здесь?» Но потом он понимает, что в этом и есть великая сила. Дэвид Йорк Гриффит был первым, кто понял психологическую важность монтажа. Через 10 лет после Портера он сделал больше, чем кто-либо для усовершенствования инструментов повествования. Гриффит открыл и разработал приемы, ставшие грамматикой кино. Его мелодрамы впервые ввели зрителя в мир чувств героев. Он впервые стал широко применять крупный план.
Это была настоящая революция. Настолько необычно, что продюсеры, увидев это, были в ужасе. Они считали, что нельзя так монтировать фильм. Нельзя показывать такое некрасивое лицо. Во-первых, мы платим за этого актера, эту актрису. И мы хотим видеть их целиком, а не только их лицо. Во-вторых, зритель не будет знать, на что реагировать. Он растеряется. Как оказалось, прав был режиссер. А зрители нисколько не растерялись. Гриффит использовал все свои приемы в своем великолепном фильме «Рождение нации». В одной картине собраны все знания монтажа, накопленные за 10 лет. И вдруг мы видим не только крупные планы, но и флешбеки. И параллельный монтаж. Он использовал всевозможные приемы, чтобы привлечь внимание зрителя к определенной части кадра. Гриффит установил главные принципы классического киномонтажа. А классический киномонтаж базировался на невидимых стыках, при которых действие всегда было непрерывным, гладким и динамичным. Целью было замаскировать стыки так, чтобы зритель их не заметил и забыл, что он смотрит кино. Давайте посмотрим еще раз. Обратите внимание на соответствие жестов при переходе от одного плана к другому. Бесшовный монтаж Гриффита практикуется до сих пор, и на протяжении десятков лет он был основным стилем монтажа в Голливуде. Посмотрите еще раз. Стык настолько гладкий, что его практически незаметно. Главное — рассказать историю. Мы добиваемся эмоционального вовлечения зрителя в повествование, поэтому монтаж должен быть невидимым. Мы называем монтаж невидимым искусством, и это действительно так. Чем меньше нас заметно, тем лучше мы работаем. К сожалению, невидимый стиль делал и монтажеров незаметными, а значит и неоцененными. На протяжении многих лет они были самые охраняемые тайны Голливуда. Первые монтажеры считались скорее техническим персоналом, нежели творческими партнерами в процессе создания фильма. Они рассматривали изображение, держа пленку на свет. А затем проверяли свою работу, поставив пленку на проектор и делая необходимые исправления. Главным монтажером Гриффита был Джимми Эдвард Смит, который буквально жил с ним на студии, где они работали до поздней ночи, просматривая снятый за день материал. Позже в группу монтажеров пришла будущая жена Смита, Роуз. Они поженились во время монтирования фильма «Нетерпимость». По такому случаю Гриффит отпустил их на уикенд. В фильме «Казан и последний магнат» есть замечательная сцена. Это история Ирвинга Тальберга. Мне всегда казалось, что это прекрасная метафора процесса монтажа. То есть он не слышен, анонимен. What do you mean he's not asleep? He's dead, Mr. Brady. Dead? What do you mean he's dead? He must have died during... He's dead. We were just watching the rough cut. Jesus, I didn't hear anything. Did you hear anything? Not a thing. Eddie, he probably didn't want to disturb the screening, Mr. Brady. Сегодня монтажер не только жив, но и является главным соавтором режиссера. Ни один другой член съемочной группы не проводит столько рабочего времени рядом с режиссером. Установить контакт с монтажером все равно, что решить, вступать с ним в брак или нет. Потому что если брак окажется неудачным, завязнешь в бракоразводном процессе. Когда я снимал свой первый фильм, я точно знал, что мне нужен монтажер-женщина, потому что я чувствовал, что женщина будет более заботливой по отношению к фильму и ко мне, и не станет отстаивать свою правоту только для самоутверждения. Женщины не будут навязывать мне свою точку зрения работы и воевать со мной. Они будут опекать меня во время всего процесса монтажа. Я думаю, монтажеры очень помогают режиссерам, оказывая им поддержку, вселяя в них уверенность, что все проблемы можно решить.
so that they can approach those problems. Hi, Vincent. I'm getting dressed. In the beginning, he really. Вначале он не дает мне никаких указаний. Я монтирую так, как считаю нужным сама. Мы так долго работаем вместе, что я догадываюсь, чего он хочет. Fuck is this place? This is Jack Rabbit Slim's. An Elvis man should love it. Come on, man, let's go get a steak. You can get a steak here, Daddy-O. Don't be a. Oh, after you, kitty cat. Первоначально эта сцена была очень длинной, настоящее свидание в реальном времени. И вот Салли постепенно уговорила меня сделать ее короче. Короче и короче, что она все равно будет смешной, зато не будет такой затянутой. Он хотел, чтобы в этой сцене было ощущение свидания. И сначала она была очень длинной. И мы решили на какое-то время так и оставить. Она решила со мной не спорить, пока я сам не посмотрел эту сцену несколько раз и почувствовал, «Все, с меня хватит. Может, и правда стоит убрать эту часть». В конце концов, мы стали сокращать и сокращать, пока я сделала ее слишком короткой. И он сказал, надо все вернуть. Все, хватит, 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 это тебе не видео. Мы работали 8 месяцев, очень интенсивно. Я видела его чаще, чем собственного мужа. Иногда меня раздражало, что она не читает мои мысли на 100%. Мне казалось недостаточным, что она читает их на 80%. Мы работаем вместе очень много, и удивительно, что все еще хорошо относимся друг к другу. Если бы я столько же времени проводила с мужем, не думаю, что он мне точно так же сильно бы нравился. После того, как у меня возник замысел, я написал сценарий, нашел деньги, подобрал актеров, закончил съемки, и я вхожу в монтажную. И у меня такое чувство, будто я искупался в океане. Я так счастлив находиться здесь, потому что думаю, вот теперь-то мы и начнем делать фильм. Так тяжело быть режиссером, настолько тяжело, что к тому моменту, как он попадает в монтажную, в первую неделю это совсем не тот человек, каким он был в начале съемок. Остается только оболочка прежнего человека. И, по крайней мере, у себя в монтажной я стараюсь максимально облегчить ему жизнь, вернуть ему форму, чтобы он мог дальше работать над фильмом. Когда в фильме «Выборы» Мэтью Бродерик, уличенный в том, что повлиял на ход выборов президента школьного совета, входит в кабинет директора школы, там собрались все, кто знает, что он виноват. Он хотел смонтировать этот эпизод как финальную сцену фильма «Хороший, плохой, злой», когда на экране долго держится крупный план лиц под все громче звучащую музыку. А я говорил, нет, надо эту сцену сделать в более быстром темпе, чтобы напряжение возрастало. Я не хотел этого делать. Мне казалось, что это слишком избито. Он отказывался делать так, как я предлагал. И я, наконец, сказал, я заплачу вам $25. А я сказал, нет, давайте не будем. Я говорю, ладно, 50. А я сказал, нет. А он, нет. Я сказал, 75. Он даже выписал мне счет и сказал, что я ему должен $75. И я уплатил ему эти деньги, чтобы смонтировать сцены по-своему. Такой она и вошла в фильм. По-моему, успешный монтажер на самом деле — хитрые политики. Sly politicians. Русская революция произвела революцию и в киномонтаже. Сумасшедшие русские начали валять дурака с изображением, сочетая образы и создавая различные эмоциональные эффекты. Ленин считал кино идеальным средством для привлечения своей почти поголовно неграмотной нации в революцию.
Они возили фильмы по деревням и показывали крестьянам. Начали понимать, что нужного эмоционального и психологического эффекта можно добиться с помощью определенного вида монтажа, быстрого перехода от одного изображения к другому. И таким образом осуществлялась манипуляция чувствами зрителей. Русские режиссеры отвергали буржуазные сюжеты и бесшовный монтаж Гриффита. Вместо мелодрам они показывали реальную жизнь. Для того, чтобы снять человека с киноаппаратом, режиссер-документалист Дига Вертов и его помощники вынесли камеры на улицы. Они хотели запечатлеть типичный день Москвы. Это постоянно напоминает мне, что я смотрю кино. В фильме есть сцены в монтажной. Вы видите, как монтировали в 1929 году. При манипуляции этими образами в людях так и кипела творческая активность. В человеке с киноаппаратом присутствуют все современные традиционные приемы монтажа. Этот фильм прославляет не только революцию, но и роль оператора и монтажера в ней. Вертов с женой Елизаветой монтировали свои документальные ленты и хронику в темных подвалах, где под ногами шмыгали крысы. Но в этом фильме режиссер изобразил монтажера таким же важным, как и любого другого работника революционной России. Теоретик кино Лев Кулешов тоже экспериментировал с монтажом. В своем знаменитом этюде он взял крупный план актера и подклеил к нему три изображения. Тарелку горячего супа, убитую горем женщину у гроба мужа и маленькую девочку, играющую с Мишкой. Когда зритель увидел этот фильм, он был восхищен игрой актера. Какими голодными глазами он смотрит на суп. Как печально он взирает на женщину. И с какой нежностью он наблюдает за девочкой. Но на самом деле это было одно и то же изображение. Этот эксперимент демонстрирует силу сочетания образов, силу монтажа. Взяв одно изображение, затем другое, он придает им третье значение. И это третье значение есть некий эффект, эмоция, гораздо большая, нежели простая сумма тех двух элементов, которые были соединены. Кстати, это основа киномонтажа. Один из современников Кулешова, Сергей Эйзенштейн, соединил эти эксперименты с марксистской идеологией для создания настроения революционного подъема. Он видел в монтаже так же, как и в истории, столкновение образов и идей. Смысл фильма заключался не в самих кадрах, а в их коллизии. Когда два элемента находятся в конфликте, утверждал он, их коллизия рождает новый смысл высшего порядка. И если Гриффит прятал свои склейки, то Эйзенштейн выставлял их на показ. Он хотел, чтобы зритель чувствовал рамку кадра, знал, что это кино, а не жизнь. У него потрясающая режиссура, потрясающая операторская работа. Но это было все поставлено на службу ножницам, каждый миллиметр пленки. Первый кинопроектор у меня появился где-то лет в 11. И первым фильмом, который я на нем посмотрел, был «Броненосец Потемкин». Я снова и снова прогонял эпизод на Одесской лестнице и не мог поверить в то, что вижу. Эту сцену такой невероятной делает в том числе и монтаж, удивительное соединение образов. То, что делали русские, было ответом на то, что делал раньше Гриффит. Классический монтаж и монтаж Эйзенштейна — это все, что нужно знать монтажеру. Американское кино восприняло эти идеи русских, и теперь они в американских фильмах. Многие из этих приемов стали повседневной практикой монтажа здесь, в Голливуде, когда мы делаем боевики.
Потому что мы тоже хотим добиться реакции зрителей. Хотим, чтобы они вскакивали со своих мест, хотим вырвать их из сытого спокойствия. Но не обязательно с революционными целями, а просто, чтобы они получили удовольствие от фильма. Монтажные приемы, использовавшиеся советами для коммунистической агитации, теперь обеспечивают успех голливудским блокбастерам. Which shot is that? The money shot. Bus driver's head. The brains on the window shot. The viscer on the visor shot. Davis, we thought we'd show it to you like this, you know, without all the... Put it back. Don't show me anything. You don't need it. You're not even giving it a chance. How's the rearview mirror gag supposed to work without it? Am I the only one here who respects the writing? Есть саспенс и есть экшен. В двух фильмах о «Терминаторе» я нашел хорошее сочетание. Саспенс в начале эпизода и экшен в конце. В «Терминаторе 2» враги медленно приближаются и окружают юного Джона Коннора. И тут он впервые видит «Терминатора». И все это снято замедленной съемкой. Я люблю использовать замедленную съемку в завязке действия. Тогда она становится похожим на сон или кошмар. А затем резкий переход к полной скорости. В погоне что-то получается, что-то не получается. Если вы хотите это подчеркнуть, то один из способов этого добиться — ритм. Ритмом тоже можно создавать горы и равнины. Погони — чудесная вещь для монтажера. Я бы не хотел заниматься ими постоянно, но время от времени с превеликим удовольствием. Моей любимой погоней из тех, которые я монтировал, является погоня на канале, как мы ее называем, из «Терминатора 2». Наши предки победили в борьбе за выживание. Поэтому мы и существуем. И в нашем подсознании есть какое-то атавистическое воспоминание о преследовании и уходе от погони. Поэтому мы испытываем что-то вроде катарсиса, когда смотрим фильм и переживаем этот страх преследования. Это естественная форма существования. Монтаж может ее отточить, заострить. Темп монтажных переходов, разнообразие используемых кадров, вариации реакций героев, выражение их глаз — все это в палитре монтажа. Манипулируя и соединяя эти образы, можно усилить напряжение. Во-первых, я работаю стоя. Это дает мне значительную свободу передвижения. И еще я как пружина, другого слова не подберешь. Часто, рассматривая изображение, я стою вот здесь. Руки на кнопках, как стрелок. Я пытаюсь попасть точно в цель. Мои колени полусогнуты. Для меня это почему-то важно. Так я лучше воспринимаю визуальный ритм того, что происходит на экране. Сейчас на экране ничего нет. Вопрос: с чего же мы начнем? Похоже, вот этот кадр — это то, что надо. Он задает ритм всему эпизоду. Вот тут Энтони говорит «начали», и они начинают двигаться вперед. Мы могли бы начать с любого кадра, но смотрите, вот этот как-то попадает. Это хорошо. Падение смотрится хорошо. Поставим этот кадр первым, вот так. В конце концов, в фильме будет примерно 5000 кадров, и каждый из них должен стоять на своем месте и иметь нужную продолжительность. I
В детстве я смотрел фильм «Носферату». Там была сцена, где главный герой в замке. Наступила ночь. Вот-вот произойдет что-то очень подозрительное. И, наконец, в конце коридора появляется Носферату. Эта сцена пугала меня больше всего. С точки зрения монтажа, она привлекала мое внимание вот почему. Сначала мы видим вампира с острыми зубами и страшными глазами далеко, в конце коридора. Затем на экране герой, очень испуганный. Потом мы опять оказываемся в коридоре, и вампир уже в 6 футах от нас, рядом с дверью, и это самое страшное. Каждый раз, когда я смотрел эту сцену, мне было ужасно страшно, и я помню, всегда ждал этого момента. Когда люди приходят в кинотеатр, они уже прекрасно знают о своих собственных страхах. Это что-то вроде «давайте сядем у костра и послушаем, что расскажет шаман». Только вместо костра киноэкран. Мы сидим рядом в темноте, в состоянии близком к сновидению. Мы находимся в таком контакте с незнакомыми людьми, какого обычно в нашей культуре не бывает. Начальный эпизод крика почти фильм в фильме. Он как бы ставит зрителя с ног на голову в течение 15 минут. Когда ты представляешь зрителю героиню, развиваешь ее характер, даешь зрителю возможность ее полюбить. А затем неожиданно убиваешь. И ты сидишь с монтажером и размышляешь, что зритель, этот гипотетический зритель, которого ты себе воображаешь, думает. Тут необходим точный расчет. Надо найти такой ритм, чтобы не было ни одного момента, когда зрители чувствуют себя спокойно, ни одного момента, когда им кажется, что они знают, что будет дальше. Хичкок был одним из первых режиссеров, о которых я узнал в детстве. Когда вышел его фильм «Психо», он вызвал волну возмущения среди родителей нашего района. Помню, моя мама сказала, что он ужасный старик и делает ужасное кино. А я спросил, почему. Когда я позже посмотрел его фильмы, у меня было ощущение некой радости от этого дикого ума, если можно так выразиться. Ибо под оболочкой утонченности, образованности, воспитанности прячется какой-то злобный, быстрый зверь, точно знающий, где находится уязвимое место, и приходящего в восторг от вкуса крови. Хичкок был мастером саспенса. Джонатан Демме обожает Хичкока, и его влияние чувствуется в фильме «Молчание ягнят». Саспенс — это ощущение страха. Мы можем его создать в нашем рассказе, скрыв часть информации. Если честно, то это уловка. Но применение этой уловки идет только на пользу повествованию. Оно обретает правдоподобие. Люди больше всего ненавидят состояние, когда они не знают, куда пойдут дальше. Нам всегда хотелось бы знать, куда мы идем. Нам всегда хочется знать, что все будет хорошо. При монтаже я всегда руководствуюсь интуицией. То, что мне кажется правдивым, то, что мне кажется сильным, то и оказывается верным. И знаете, так говорят многие монтажеры. Диди Аллен всегда говорила: «Я монтирую нутром», и она права. Вот здесь несоответствие, и мне предстоит решить, проблема это или нет. Потому что вот тут Браун смотрит в камеру. А на следующем кадре он смотрит вверх и влево.
Можно взять тот кадр, где появляется Джереми, и смонтировать так, что голова Джереми будет закрывать голову Брауна. И таким образом несоответствие не будет видно. Я помечу этот кадр и уберу вот эту часть, в которой один, два или три кадрика. А теперь посмотрю, как получилось в целом. Хорошо. Монтажер должен любить кропотливую работу, почти ювелирную, и обладать терпением, чтобы соединять друг с другом отдельные кадры. Но в то же время монтажер обязан видеть и общую картину, как эти кадры объединяются в сцену, как сцены объединяются в эпизод, и как эпизоды складываются в фильм. Монтажер должен видеть, как фильм вписывается в жизнь общества, как коробочки, одна внутри другой. В 30-е годы 20 века кинематограф становится большим бизнесом. Киностудии внедряют звук и радикально реорганизуют процесс кинопроизводства. Голливуд превращается в подобие конвейера. Студии выпускают фильмы почти с той же скоростью, что заводы Форда автомобили. «Мне не нужен хороший фильм», — заявлял Джек Уорнер. «Он мне нужен во вторник». Чтобы справиться со всей этой работой, нужна была индустриальная система. В первые 20, 25 или 30 лет существования кино монтажерами были в основном женщины. Монтаж считался женской работой, потому что казался похожим на вязание, вышивание или шитье, когда берутся два куска ткани или пленки и соединяются вместе. Только с приходом звука в ряды монтажеров стали проникать мужчины, потому что звук был связан с электричеством. Это была техника, а не рукоделие. Есть фонограмма, которая может состоять из нескольких дорожек. И есть изображение. И без счастливого брака этих двоих невозможно до конца использовать весь заложенный в них потенциал при монтировании фильма. В сцене из «Заклинателя лошадей» с участием Сэма Нила и Кристин Скотт Томас происходит ссора из-за того, что героиня хочет уйти от мужа. Цель этой сцены в том, чтобы показать, что брак рушится. Поскольку оба почти все время говорят одновременно, то у каждого актера был свой микрофон. Чтобы сделать сцену еще более драматичной, я сократил некоторые паузы, так что реплики стали еще сильнее перекрывать друг друга. Я мог это сделать, потому что работал с несколькими отдельными дорожками. В результате, убрав воздух из этой сцены, я добился ощущения духоты, потому что нет ни одной паузы, как будто вам самим некогда перевести дыхание, и сцена стала еще более сильной. Для меня звук очень важен. Я делаю черновую фонограмму, состоящую из шумов и музыки, которая вызывает определенные чувства. Я работал со звукорежиссером Пером Холбергом и с Ридли Скоттом, в частности, на фильме «Черный ястреб». Эта сцена была чем-то вроде балета, как будто сцена из балета. Что-то вроде, когда люди находятся на разных планетах. Мне было неинтересно слушать шум вертолетов. Хотелось музыки. Но потом, подумав, я совместил кадры и понял, что звука должно быть как можно меньше. Я вспомнил, что пилоты, черные ястребы, хотят видеть то, что у них под ногами, и больше ничего. Я показывал их летящими вместе. И один парень со слезами на глазах сказал: «Эй, я не знаю почему, но это сильно впечатляет». Оказалось, что этот парень был там. Я его понял. Я его почувствовал.
В «Пике Данте» есть сцена, где Пирс Броснан должен пройти по длинному туннелю к своему грузовику. А туннель вот-вот обрушится. И вы слышите звук. Легкое шуршание песка. Звукорежиссер попросила у меня эту сцену и наложила на нее музыку. Я посмотрела и сказала: «Нет, это никуда не годится». Потому что я слышу музыку, но не слышу этого тихого шуршания песка, от которого делается страшно. Если человек оказывается в по-настоящему опасной ситуации, его слух так напряжен, что он слышит любой, даже самый слабый звук. И если все это заглушить музыкой, то пропадает весь эффект. На месте героя я бы сказала: «Вырубите ее, я ничего не слышу». С приходом звука монтажер стал играть более важную роль в Голливуде. В 30-е и 40-е годы режиссер редко входил в монтажную. Процесс монтажа контролировался студиями через заведующих монтажным цехом. Одним из наиболее влиятельных заведующих монтажным цехом была Маргарет Бут, работавшая на MGM в этой должности 30 лет. Освоив переход к звуковому кино, она привлекла к себе легендарного продюсера Ирвинга Тальберга, который впервые назвал склейщиков пленки монтажерами, и первой из них была сама Бут. Она руководила монтажом всех фильмов, и почти всегда у нее были замечания. Мэгги была, вероятно, самой строгой женщиной на MGM, ее все боялись. Люди вздрагивали, когда слышали ее голос по телефону, когда она врывалась в монтажную или когда вам звонили и говорили: «Зайдите в кабинет F», то есть в ее кабинет. И вы думали: «Боже мой, что я натворил на этот раз?» Маргарет говорила монтажерам: «Вы отвечаете за темп фильма. Ваша задача — вытянуть все лучшее из игры актеров. Ваша задача — сделать фильм как можно лучше». Маргарет Бут любила повторять: «Если вы чувствуете, что в каком-то месте нужно сделать склейку, делайте. Неважно, сходятся кадры или нет. Главное — создать нужное настроение. Тогда вы многого добьетесь». Помню, как она кричала на монтажеров, которые говорили: «Кадры не подходят друг другу». А она отвечала: «А мне плевать, представляете? Клейте». Бут, подобно другим великим студийным монтажерам того времени, помогала создавать кинозвезд золотого века Голливуда. Сегодня монтажеры делают то же самое. Сегодня мы полностью контролируем актерскую игру в монтажной. Многие актеры это признают. Большинство актеров быстро понимают, что с монтажерами стоит подружиться, так как конечный результат их игры во многом зависит от монтажера, от его вкуса и таланта. Мы просматриваем отснятый материал и видим, что пятый дубль хорош, просто замечательный. Однако что-то есть и в седьмом дубле, и в четвертом, и в третьем. Иногда актер смотрит на экран и говорит: «Ух ты, как здорово, вы взяли пятый дубль». И не знает, не понимает, что мы позаимствовали понемножку из всех дублей, и именно монтажер нашел эти моменты в каждом дубле. Если говорить об основном инстинкте, то, по-моему, прекрасная игра Шэрон Стоун — это заслуга Фрэнка. Он провел огромное количество времени, выбирая из каждого дубля то, что, по его мнению, было важно. При монтаже эпизода допроса, если бы мы просто показали обычный переход от одного лица к другому и обратно, было бы скучно. Мне нужно было сконструировать их взгляды. Это все было сделано искусственно. Актеры не были сняты таким образом. Я взял кусочек совсем другой сцены, где Майкл смотрит на Шэрон. Затем взял кусок, где она смотрит на него. Тоже совсем из другой сцены. Шэрон спросила, можно ли посмотреть, и я ответил: «Да, мы закончили». Шэрон поднялась наверх и сказала: «Вы должны вырезать эту сцену». Я спросил: «Какую сцену?» Она ответила: «Вы знаете, какую сцену? Сцену допроса».
Мне кажется, они все боялись, что кадры испортят ее игру. И даже Шерон, по-моему, до сих пор думает, что она потеряла номинацию на Оскара из-за этих кадров. И я сказал: «Шерон, эта сцена сделает вас звездой». А Пол сказал ей: «Ты снималась, ты знала, что я делаю, и, честно говоря, мне нравится. Все получилось». А потом, ну, в общем, вы знаете. В представлении многих актеров хорошо смонтированный фильм — это фильм, где этого актера много, особенно на крупных планах. Меня это огорчает, но что поделаешь. Я знал одного актера, который читал сценарий вот так. Стивен Сигал — актер боевиков. Я думал, что во время работы над «Захватом 2» он меня просто сломает. Его впустили в монтажную для монтажа сцен драк, и я думал, что этим он и ограничится. Но он вошел в монтажную и сказал: «Так, ставьте первую часть», подразумевая, что он будет смотреть весь фильм. Был момент, когда я вдруг оказался с заломленной рукой. Это Сигал демонстрировал, как он это делал на съемках. А он крупный мужчина. Кроме того, ходит с оружием. Мне кажется, в конце концов, ему очень понравилось, как получилось, но то, что он был допущен в монтажную, привело к конфликту с режиссером. Я оказался между двух огней. Один мой друг снимал фильм с участием комика, у которого было право окончательного монтажа только своих сцен. И тот незадолго до этого вдруг решил, что больше не хочет быть клоуном, а станет актером в стиле Кэри Гранта. Так вот, он вошел в монтажную и вырезал все свои падения, все свои комические трюки, что явно не пошло фильму на пользу. Я никогда не позволяю актерам вмешиваться в процесс монтажа. Я сама актриса. Но хотя я люблю монтажную, и для меня это огромное счастье сидеть там и наблюдать, как люди там работают, мне кажется, это неуместно. Я считаю, что это время, когда режиссер должен оставаться наедине с монтажером. В монтажном процессе бывают такие моменты, которые я бы доверил не только монтажеру, но иногда и исполнителю главной роли. Во-первых, если у вас в фильме снимается Джек Николсон, и вы звоните какому-нибудь актеру и спрашиваете: «Хочешь поработать пару дней с мистером Николсоном, или у тебя другие планы?», человек обычно соглашается сниматься. Когда мы с Джем чувствовали, что у нас что-то получилось удачно, а сейчас при электронном монтаже это совсем не трудно, я приглашал Джека в монтажную, а сам уходил. И он приводил Джека, тот смотрел фильм, даже неиспользованные дубли, высказывал свое мнение, и если он помнил, что в каком-то дубле сделал что-то интересное, то спрашивал, почему мы этого не использовали. В конце концов, мы получили некого сконструированного Николсона. Рваный монтаж был сделан намеренно. Представьте себе мужчину, который взял и отказался от единственной любви, которая была возможна в его жизни, ради какой-то навязчивой идеи. Если вы написали умный сценарий и пригласили умного актера, то этот актер, когда это Джек Николсон, может оказаться весьма полезным в монтажной. В большинстве случаев я добиваюсь от актеров нужной игры на съемочной площадке, а потом просто говорю Тельме: «Вот этот дубль». Но если ей кажется, что в других дублях тоже что-то есть, мы их тоже берем. Поскольку мы выросли в эпоху веры в кино, это отложило отпечаток на наш стиль работы. И мне, например, это очень помогает. Когда Марти снимал фильмы с хорошей долей импровизации, такие как «Бешеный бык» или «Хорошие парни», мой опыт монтирования документальных фильмов из массы кинопленки дает мне возможность создать нечто связанное из километров импровизации. Это помогает мне найти точку, где нужно резать. Of course, in a film like Raging Bull, De Niro and Joe Pesci were remarkable to watch.
kicking off each other. I wanted to have a very В «Бешеном быке» мне нужен был очень честный, открытый подход и к сюжету, и к сценам, которые происходят не на ринге. И это стало возможным, когда я отказался от всех приемов, о которых думал раньше, и вспомнил, какое впечатление произвели на меня 5- или 6-летнего мальчика фильмы неореализма «Пайза», «Рим. Открытый город» и «Похитители велосипедов». Open City and Bicycle Thief. Oh, you're supposed to be a manager. You're supposed to know what you're doing. I did just what I wanted to do. That's what I'm worried about. You did it. You want a title shot? What are you talking about? Do you want a title shot? What am I in a circus over here? I asked him, he's got more sense about this. What are you doing? You've been killing yourself for 3 years now, right? There's nobody left for you to fight. Everybody's afraid to fight you. Okay, along comes this kid, Gennaro. He don't know any better. He's a young kid, up and coming, to fight anybody. Good, you fight him. Bust his hole. Tear him apart, right? What are you worried about? What's the biggest thing you got to worry about? You're worried about the weight. Это была одна из самых трудных задач, которую мне приходилось решать, потому что актеров снимали одной камерой, и не было ответной реакции партнера. А значит, мне приходилось складывать ее как мозаику. Это было очень интересно, но долго. Вообще-то, Тельма мне нужна в основном для того, чтобы следить, есть ли в картине эмоциональное напряжение. Напряжение эмоциональное... Напряжение характеров. Это важно для меня. Я всегда считал монтажеров более объективными, чем режиссеров картин. Монтажер не подбирает актеров. Монтажер не делает раскадровку. Монтажер не проходит через все испытания предпродакшена. Поэтому у монтажера самый объективный взгляд из всей творческой группы. Помню, как-то вечером я пришел домой к Спилбергу в Польше и сказал: «Стив, я хочу показать тебе одну сцену». Он согласился. Он посмотрел сцену. Потом посмотрел на меня и сказал: «Увидимся утром». И вышел. Сцена его так потрясла, он не мог поверить, что сам снял ее. Настолько она казалась ему реальной. Фильм на всех нас произвел сильное впечатление. Он задевает какие-то струны внутри. Когда картина оказывает сильное эмоциональное воздействие, когда речь идет о проблемах в жизни человека, то на него реагируешь душой, а не разумом. Возможно, это крайний случай, когда монтируешь подобный фильм, приходится дистанцироваться. Надо относиться к нему как к набору сцен, выстраивать каждую сцену, делать это как можно лучше. И потом, когда все соединится, вот тогда фильм получит настоящую силу. Мне кажется, в списке Шиндлера есть одна сцена, которая лучше всего иллюстрирует важность передачи эмоций с помощью монтажа. Это сцена, когда они все пьют вместе, их первая совместная выпивка. Потому что до этого Штерн отказывался пить с Шиндлером. Для меня эта сцена глубоко эмоциональна. I think I better have it now. My Khan's choices of Как долго герои смотрят друг на друга и думают о своих чувствах, все это решал Майкл в монтажной. Этого не было в сценарии. Все родилось на площадке во время съемок. А весь эмоциональный настрой встречи двух умов великих людей возник в монтажной. В сценах диалога я люблю, когда люди смотрят друг на друга. Мне нравится, когда встречаются взгляды. Между ними устанавливается какая-то связь. Монтировать длинные сцены, где люди разговаривают друг с другом, для меня всегда проблема. Потому что тут существует неограниченный выбор возможностей, ибо у вас есть только две говорящие головы. И сцена может пойти по великому множеству путей. Драма может превратиться в комедию. Пафос может стать трагедией. Это может быть допрос с пристрастием или просто допрос, если смонтировать достаточно быстро. Или наоборот, неспешно, с раздумьями, с большими паузами. И вот тут-то по-настоящему хороший монтажер может действительно помочь режиссеру. Можно еще смотреть на монтаж, как на танец глаз. Вот глаз Филиппа Сеймура Хоффмана. Это хорошо.
Давайте его смонтируем с крупным планом Хоффмана. А крупный план Хоффмана здесь. Мы еще ни разу не видели такого ракурса, поэтому нашему мозгу приходится соображать, куда смотрит герой и почему он туда смотрит. В зависимости от того, как долго вы держите этот план, зритель делает те или иные выводы. Вырезая какой-то кадр, вы вырезаете и мысль о нем. Теперь надо подклеить то, что герой видит. Потому что именно так мы поймем, о чем он думает. Вот вы видите, как он думает, когда его взгляд опускается вниз. А сейчас давайте прогоним это на скорости. Думает, думает. Другой заговорщик. Давайте сделаем это. Что такое? Пошли. Нет, не надо, не надо. Уходим. Поскольку любой фильм представляет собой некое смысловое единство, мощное слияние звука и изображения, он затрагивает какие-то глубины нашей души. Режиссеры поняли, что звук и изображение не только пробуждают чувства, но также могут влиять на массовое сознание. Во время Второй мировой войны правительство США призвало на военную службу лучшие силы Голливуда. Монтажеры и режиссеры применили те же самые приемы, которыми пользовались в игровых фильмах, для того, чтобы расшевелить зрителя по всей Америке. Голливудские мастера направили все свои умения на производство таких фильмов, как «За что мы воюем». И немецкие, и американские лидеры признавали, насколько сильно звук и изображение способны манипулировать массами. Одним из наиболее одиозных примеров такой манипуляции служит фильм «Триумф воли». Режиссер Ленни Рифеншталь использовал шумы, музыку и мастерский монтаж, чтобы превратить Адольфа Гитлера в бога. Когда союзники вступили в войну с Германией, британский монтажер Чарльз Ридли перемонтировал все те же самые кадры и превратил Гитлера в дурака. Использованные для пропаганды или развлечения эти приемы показывают, насколько мощно влияние монтажа на душу и сердце. Методика проста. Всегда показывать только часть реальности. Young people from all over the globe are joining up to fight for the future. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part too. Starship Troopers is. Звездный десант очень стилизованный фильм. В нем явно чувствуется влияние таких пропагандистских картин времени Второй мировой войны, как «За что мы воюем» и «Триумф воли». Я придал фильму некоторое сходство с работами Лени Рифеншталь, чтобы показать, эти люди не знают, что правительство их использует. Они готовы отдать жизнь ради целей, выгодных только правительству. Поэтому, мне кажется, тема фильма звучит так. Вперед, это здорово. Пойдем на войну и погибнем. При монтаже можно проделать тот же трюк. Он тоже пытается нам что-то впарить. Манипуляция сознанием производится киномонтажом, глянцевыми журналами, определенными жанрами музыки, заставляющими вас думать, будто вы возноситесь в рай. Манипуляция элементами фильма – очень действенная вещь. Она почти священна, потому что вы создаете эффекты, формируете реакции зрителя.
Монтаж — это махинация. Мы преподносим реальность такой, какой ее видит зритель, потому что хотим добиться определенной реакции, будь то смех, вздох или страх. Все подтасовано. И кое-кто говорит: «Этот режиссер манипулирует зрителем». Как же это наивно, потому что вся наша работа — сплошная манипуляция. После Второй мировой войны Голливуд продолжал делать фильмы так же, как и до войны. Хотя у монтажеров теперь был свой профсоюз, к ним все равно относились только как к хорошим механикам. Был один человек, его звали Оуэн Маркс. Он монтировал фильмы «Окаменевший лес», «Касабланка», «Сокровища Сьерра-Мадре», «К востоку от рая». Его фильмы бессмертны, а он полностью забыт. Это символичный пример того, как монтажеры всегда игнорировались литературой о Голливуде. Монтажеры работали в монтажном цехе и должны были следовать установленным правилам монтажа. В разговоре о фильме, находившемся в производстве, мы использовали определенный язык, набор четких терминов. Виды планов, крупный план, двойной кадр. Одиночный, одиночный, то есть почти формулы. Этот киноязык был очень строгим, и в смысле монтажа существовали правила, которые никто не решался нарушать. Сначала должен был идти общий план. Затем, если был средний план, надо было приклеить его. Нельзя было перейти к крупному плану, пока вы не показали весь танец издалека. Например, если нужно было показать переход из одного места в следующее, это делалось с помощью наплыва. В 40-е и 50-е годы зрители ожидали, что герой подъедет на машине, выйдет из нее, подойдет к зданию, откроет дверь, а затем монтажер подклеит соответствующий кадр двери, открываемой с другой стороны, потом герой войдет в помещение и сядет. Мне казалось это полной глупостью. То, что надо было показывать, как человек спускается по лестнице, переходит дорогу. И так понятно, что он пришел отсюда и идет туда. Зачем нужен такой лобовой подход? Во Франции группа кинокритиков, ставших режиссерами, тоже бросила вызов доктрине невидимого монтажа, дав сигнал к бунту среди монтажеров. Как только я посмотрела «Новую волну», я сразу же в нее влюбилась. Мне понравилась сама идея. Понравилось, как они монтируют. Годар использовал скачкообразный монтаж, потому что в середине ничего интересного не происходило. Он считал, что нужно это проскочить. Впервые посмотрев на «Последнем дыхании», я был потрясен грубостью Годара. Они нарушали принципы монтажа. Все учебники, в которых говорилось, что надо делать так-то и так-то, они сожгли. Для меня фильм «На последнем дыхании» слишком хиповый. Я ведь вырос в Lower East Side в итало-американской семье. У меня фильм ассоциировался с битниками. Он такой, как бы сказать, богемный, раскованный. Он мне понравился. Когда я впервые посмотрел «На последнем дыхании» в 60-е годы, это было что-то такое «Вау!» Уже в первые пять минут, когда появился Жан-Поль Бельмондо, этот мелкий воришка, все правила были нарушены. Сколько времени держать план? Никакой плавности повествования, даже направление движения в кадре. Все было перепутано. Я подумал, либо этот парень не знает, что делает, либо так уверен в себе, что каноны монтажа не для него, что он пытается показать нам какой-то новый способ использования материала для того, чтобы рассказать историю. Есть несколько фильмов, которые действительно изменили наше понимание того, что такое кинорежиссура. И, конечно, что такое монтаж. И, по-моему, один из таких новаторских фильмов — «Бонни и Клайд». Говорят, я первой нарушила правила, но это далеко не так. И русские нарушали правила, и немцы нарушали правила, так что в этом не было ничего нового. Но для Голливуда это было ново. Несколько монтажеров оказали на меня очень сильное влияние. Диди Аллен, несомненно, научила меня не бояться риска и делать то, что, по идее, не должно сработать.
Когда Бити и Фэй Дауны знакомятся, они стоят на углу улицы. Она говорит: «Я не верю, что ты грабишь банки». А он отвечает: «Граблю, посмотри на пушку». Вытаскивает пистолет и направляет на нее прямо на улице. Тут можно было бы сделать вертикальное панорамирование на пистолет, затем панорама на ее руки с бутылкой Кока-Колы, потом вверх на ее лицо. Но вместо этого ее глаза, пистолет, снова он. Сцена держит вас в напряжении. Есть и возбуждение, и опасность, и эротика в том, что вы не видите каждый момент целиком. Ему не дают полностью развернуться на ваших глазах. «Бонни и Клайд» — фильм более жестокий, чем все, что мы делали до тех пор. Это было снято замечательно, потому что Артур хотел, чтобы эта сцена была хорошо смонтирована. И она прекрасно получилась с первой попытки. Джерри Гринберг был моим ассистентом, и на последней сцене я оставила Джерри одного. Он сделал черновой монтаж, и я потом только все подсократила. Я не говорю, что это стало началом американской новой волны, потому что до фильма «Бонни и Клайд» были другие, хотя и менее известные картины. Но этот фильм, подобно «Рождению нации», публика заметила и сказала: «Ого!». Фильм «Бонни и Клайд» подготовил почву для таких лент, как «Беспечный ездок». У меня за плечами был всего один полнометражный фильм, когда мы приступили к «Беспечному ездоку». Я монтировал, пока они ездили. Приходили километры от снятой пленки, и это было здорово, замечательно, ни на что не похоже. Эти переходы все помнят, от одной сцены к следующей, когда мы забегаем вперед, потом возвращаемся назад, к предыдущей сцене. Деннису не нужен был линейный монтаж, мне не нужны были наплывы. Поэтому мы вот так и скакали. И Деннису пришла идея: а что, если пойти вперед, а потом вернуться назад? Я сказал: да, давайте сделаем это только три раза. В конце концов, мы пришли к оптимальной длине каждого такого скачка — 6 кадров. И я сказал: теперь мы можем использовать это, когда захотим. Но, как потом оказалось, это превратилось в избитый прием, и мы перестали его применять. Я сказал: нет, мы будем им пользоваться только в особых случаях. Сейчас уже можно сказать, что во время съемок все были под кайфом. Но я понял, что нельзя монтировать фильм под кайфом. Пока действовал наркотик, мне казалось, что я все делаю хорошо. Но когда потом на трезвую голову я смотрел на свою работу, это было ужасно. Пришлось все выбросить и начать сначала. Фильм стал культовым, и я рад, что имею к нему отношение. Ведь я вырос на фильмах 30-х, 40-х и 50-х годов. Мы показали «Беспечного ездока» на студии «Коламбия», когда президентом совета директоров был Лео Джафф. Просмотр закончился. Долгая пауза. Наконец Лео встал и сказал: «Не знаю, какой, черт возьми, в этом фильме смысл, но уверен, что он принесет вам уйму денег». Еще одно качество, которое следует развивать в себе монтажеру, это интуиция. Надо чувствовать, что привлекает внимание зрителя. И в обычных условиях вы направляете это внимание без всякого насилия. Как будто у вас в руках чашка, полная жидкости, и вы несете ее осторожно, чтобы не пролить. И в результате ваша работа остается для людей невидимой. Я часто забываю, что его задача — собрать фильм, так сказать, технически. Потому что мы в основном спорим о том, почему не уделяем этому персонажу столько же внимания, сколько и другому. Почему мы потеряли нить развития характера? Почему кажется, что конец затянут, хотя на самом деле ритм монтажа ускоряется? Режиссер делает то же самое, что иммунная система организма. То есть говорит: да, это хорошо. Я позволяю этому проникнуть в организм. Или нет, это другая группа крови, и я ее не пропущу. Теория Уолтера. Я каждый день говорю: Уолтер разделяет мои теории. Итак, они поднимаются на холм, пытаясь уйти от погони, но тут из-за угла появляется кавалерия. И Визи, герой Филиппа Сеймура Хоффмана, понимает, что теперь это единственный шанс закричать, и, может быть, северяне откроют огонь по их врагам.
and maybe the Northerners will shoot the Home Guard. И Браун стреляет одному в спину, затем убивает еще одного, и они катятся с холма. Затем Брауна тоже убивают. И последнее, что мы видим, это наш герой Инмен в куче тел. И неизвестно, жив он или мертв. Сексуальные сцены, я думаю, трудны для всех. Для сценаристов, для актеров, для режиссеров. Сами понимаете, в самый интимный момент для двоих вы вдруг говорите, давайте покажем это на огромном экране нескольким тысячам людей. Кроме всего прочего, мне хотелось сделать фильм «Жар тела» очень эротичным. В 60-е и 70-е годы американское кино стало намного либеральнее, в смысле того, что можно было показывать. Но с приходом свободы, мне кажется, кино стало менее эротичным, оно стало более откровенным. Ларри хотел, чтобы я привнесла в фильм женский такт, чтобы в нем было как можно больше недосказанности, в противоположность откровенности. В конце концов, эротика рождается из того, что вы воображаете, а не из того, что вы видите. В этом-то и разница между эротикой и порнографией. Тут требуется не потрясающий специалист или художник, а скорее психолог, который мог бы с вами справиться, потому что режиссер, запертый в монтажной, похож на зверя в клетке. В этой сцене было отснято гораздо больше весьма откровенных моментов, и только от монтажера зависело, показывать ли их. Эротические сцены делать труднее всего, потому что у каждого имеется свое мнение. У каждого есть своя точка зрения на то, что сексуально, а то, что нет. Режиссеру на эту территорию заходить как-то страшно, частично из-за того, что сюда уже столько раз вторгались другие. По-моему, очень эротично, когда вы видите не все. В фильме «Вне поля зрения» была одна интересная проблема. Там есть сцена в баре. Я монтирую сцену, где герои встречаются. Он садится и заговаривает с ней. Они начинают флиртовать. А затем идет сцена в спальне, снятая без звука, потому что на нее все равно предполагалось наложить диалог из первой сцены. И самостоятельной сцены как таковой не получилось. Мне и Стивену Содербергу пришла в голову мысль, а что если сделать перекрестный монтаж? Мы попробовали, начало получаться. Мы возвращали действие назад, иногда забегали вперед. Я, например, говорила, давай смонтируем отсюда и руки, а он, давай попробуем перекрыть диалог здесь. Вот так мы и работали вместе, и это было страшно увлекательно. И еще мы включили стоп-кадры. Не слишком долгие, всего по нескольку кадров, чтобы только подчеркнуть сексуальное напряжение между героями. Сцена получилась интересной, эмоциональной и, по-моему, эротичной. Хотя было показано не так уж и много. В других фильмах, на которых я работала, показывалось гораздо больше. Знаете, когда они раздеваются по отдельности, а в это время вы слышите странный диалог, не имеющий никакого отношения к происходящему, по-моему, это хороший драматургический ход.
Подобный стиль монтажа в фильме «Вне поля зрения», а также в фильме JFK, знаменует собой дальнейший отход от классического бесшовного монтажа Гриффита. Если раньше монтажеры изо всех сил старались сохранить иллюзию непрерывности времени и пространства, то теперь они фрагментируют их, как хотят, создавая новые драматургические возможности. С Оливером Стоуном монтажеру работать одно удовольствие, потому что он дает монтажеру полную свободу. Он говорит: «Играй джаз, импровизируй». В JFK есть сцена, когда Освальд идет от дома к театру. Стоун только сказал: «Когда будешь монтировать эту сцену, сделай ее очень хаотичной». Поэтому я смонтировал, исходя из своих представлений о хаотичности, и на следующий день показал ему. Он сказал: «Нет, еще хаотичнее». Поскольку мы монтировали JFK на линейной монтажной системе, то у меня была возможность нажимать на кнопки и менять расположение кадров. Поэтому я сел и просто колотил по клавишам. Вот так. На следующий день я показал режиссеру результат, и он сказал: «Вот, так и вошло в фильм». В фильме «Три икса» у меня появилась новая монтажная философия. Всю жизнь я интересовался кубизмом. Однажды я смотрел видео с экстремальным спортом. Там кто-то делал потрясающий трюк. То назад, то вперед, потом снова назад. И я подумал: а что, если снять это с большого количества точек? И мне будет все равно, что вы увидите начало трюка под четырьмя разными углами. А потом смонтировать все так, что у вас возникнет ощущение, будто вы находитесь непосредственно на полигоне. Поэтому к моменту, когда мотоциклист приземлится, у вас возникнет ощущение, что вы сами выполнили прыжок вместо него. Они стояли на безопасном расстоянии, как это бывает в реальной жизни. Это нереальная жизнь. Мы лишь придаем остроту движению, применив к монтажу кубистский подход. Еще одним изменением в монтаже стало увеличение темпа фильма, что является предметом споров среди режиссеров. Поединок на мечах 30 лет назад был представлен средним планом и парой крупных планов соперников для разнообразия. Сегодня этот бой может состоять из 200 кадров, длящихся доли секунды. В одно мгновение клинок входит в грудь, легкое движение кисти рук. Так все мелькает, как на американских горках, чего, собственно, зритель и хочет. Сегодняшние дети растут на телевизоре, на MTV, на рекламе. Они не только быстрее перерабатывают информацию и понимают значение того или иного образа, но и требуют этого. Я думаю, именно поколение MTV в 80-е годы создало такой стиль монтажа. И нас с Билли Уэббером на фильме «Лучший стрелок» подталкивали в этом направлении. Джерри Брукхаймер и Дон Симпсон очень хорошо понимали своего зрителя. Они чувствовали, что нравится аудитории, и, по-моему, они оказались правы, судя по прибыли, которую принесли некоторые из этих ранних фильмов. Я считаю, что быстрый монтаж был изобретен не сейчас и не с появлением MTV. Посмотрите на работу Лу Ломбардо в фильме «Дикая банда». Иногда такой стиль монтажа бывает эффективным в некоторых фрагментах фильма, чтобы встряхнуть вас, заставить вашу душу трепетать. Но если такой стиль колотит по вам, как метроном по высокой скорости, в течение 2.5 часов, это несколько, во всяком случае для меня, может, я старею, но это несколько утомительно. Хотя моим детям он не мешает. Потому что мои дети выросли на 30-секундных рекламных роликах, на MTV, на VHS, на видеоиграх. Мне кажется, что я родился в 80-е годы, а теперь как бы молодею. Так что мне теперь где-то 27 лет. Я сделал себе татуировку, я чувствую себя ближе к поколению, которое научилось воспринимать информацию на скорости, доселе немыслимой. Их ритм какой-то более жадный, чем традиционный ритм повествования. Are well more hungry than a traditional narrative pace.
Боюсь, что сейчас такая тенденция все делать быстрее. Боюсь, как это скажется на нашей культуре. Сейчас все потребляется и выбрасывается, вместо того, чтобы воспринимать и анализировать. Рассматривать не спеша и проживать время совсем по-другому. First, one understands that he causes much of his own suffering needlessly. Second, he looks for the reasons for this in his own life. To look is to have confidence in one's own ability to end the suffering. Finally, a wish arises to find a path to peace. For all beings desire happiness. All wish to find their purest selves. Во многих случаях задача монтажера заключается в том, чтобы решить, где не резать, где сделать паузу, где позволить моменту быть самим собой. Музыкальность фильма «Место в сердце» — одна из самых сильных сторон. Я не имею в виду музыку как таковую. Я говорю о музыкальности перехода от одной сцены к другой, об атмосфере техасского лета, жаркого, с цикадами и этого духа протестантской добропорядочности. Мужа героини застрелил пьяный негр на железнодорожных путях. Никаких ритуальных залов. Нет денег. Великая депрессия. Тело привезли домой и положили на столе в гостиной, где только что закончился воскресный обед. Это невероятно трогательный момент, и мы просто держали один план героини. We had two children, and I never knew till just now Rose had a scar right there. And it was just. И это получилось изысканно, трогательно и красиво. Если бы мы начали тут что-то резать и клеить, все бы пропало. Монтаж как поэзия, он имеет дело с ритмами, и еще он имеет дело с изображением. Это зримая поэзия. Цифровая революция еще больше расширила поэтические возможности монтажа. Джордж Лукас, начинавший свой путь в кино как монтажер, был одним из пионеров новой технологии. Все искусство — это технология. Это в его природе. Художник все время натыкается на что-то новое в технике. Будь то новый синий пигмент или круглая авансцена, все что угодно, это меняет наши методы работы в данном виде искусства. С появлением компьютерных технологий монтажеры имеют возможность делать изменения внутри одного кадра, добавляя или убирая какие-то элементы оригинального изображения. Это усиливает контроль монтажера над фильмом, но и увеличивает количество решений, которые следует принимать. Теперь можно монтировать, как я говорю, в режиме 3D, то есть имеется некая сцена, люди в этой сцене, и ты можешь вырезать этих людей, можешь двигать их внутри сцены, можешь сделать крупный план или наоборот общий, ты можешь ставить фильм, не выходя из монтажной. Именно этим я, бывший монтажер, всегда и мечтал заниматься. Новая технология также позволяет смонтировать фильм до начала съемок. Такая визуализация дает монтажеру больше информации при планировании будущего фильма. Благодаря цифровым технологиям у меня возникла новая система работы. Я беру группу ребят, они выполняют некие движения на фоне синего экрана. Это могут делать даже ассистенты монтажера. Сцены можно снимать чуть ли не любительской камерой. Таким образом, я в прямом смысле провожу съемки, пишу сценарий и ставлю фильм прямо в монтажный. У каждого героя нашего фильма имеется компьютерный двойник. У нас есть полностью виртуальные актеры. Мы используем их в основном для трюков. Бывает множество ситуаций, когда лучше использовать компьютерного актера, чем реального. Кристоферу Ли 80 лет. Он не может на самом деле так сражаться, как это было в «Атаке клонов». Никогда не будет создан искусственный интеллект с такой высокой нервной организацией, чтобы понимать, как сыграть роль. Актерская игра — это искусство. В конце дня весь этот материал должен работать на повествование. И если не получается никакого сюжета, неважно, как это все здорово смотрится. Это всего лишь инструмент, не более того.
В каком-то смысле мы последние рассказчики. Сценарист пишет сценарий, режиссер его снимает, а затем наступает время окончательного рассказа, то есть монтажного процесса. Окончательный вариант сценария — это черновой монтаж фильма. А окончательный монтаж фильма — это последний вариант сценария. Монтажер может взять эпизод, снятый режиссером, и переделать его таким образом, что он станет совершенно другим эпизодом, отчего фильм только выиграет. Боб Фосс называл меня соавтором своих фильмов, и, по-моему, для монтажера не может быть большего комплимента, чем быть названным соавтором и действительно быть таковым. «Ленни» — это биографический фильм о комике Ленни Брюсе, который был арестован за употребление выражений, считавшихся неприличными в 50-е годы. Самое замечательное произошло в конце производственного периода, когда мы должны были показывать фильм продюсеру. Сценарий фильма был лучшим, который я когда-либо читал, но у нас были проблемы. Нам не нравился конец. Он никак не складывался. Когда Ленни выволакивает из зала суда, его жизнь фактически кончается. Между этим периодом и моментом его смерти было еще 20 минут материала. Тогда я повернулся к Бобу и сказал: «А может, нам прикончить этого сукиного сына?» Я вырезал целых две части. Со слов «Вы скрываете информацию» и сразу тело Ленни на полу. Это было самое замечательное, что я делал когда-либо в монтажной. Нам всем понравилось. Начальная сцена апокалипсиса — хороший пример того, чего можно добиться в монтажной, не основываясь на сценарии. Некоторые идеи пришли в голову Фрэнсису на съемочной площадке и не соответствовали написанному в сценарии. Сожженные деревья снимались первоначально для другой сцены, идущей гораздо позже. Там был кадр вспыхивающих джунглей, снятый замедленной съемкой, с вертолетами, летящими под разными углами. Тоже в замедленной съемке, через пламя. И когда Фрэнсис посмотрел этот материал, сделанный, как мне кажется, очень просто, обычный взрыв. Но этот эпизод не должен был войти в готовый фильм. А Фрэнсис сказал: «Вот оно, джунгли, огонь, вертолеты». Герой Мартина Шина претерпел значительные изменения в монтажной. Фильм снимался в расчете на то, что будет некий закадровый текст, который сцементирует все повествование. Что это будет за текст и кто станет рассказчиком, решилось только в ходе монтажно-тонировочного процесса. Уиллард бьет по зеркалу, на руке выступает кровь. Все это действительно происходит, кровь настоящая. В этом весь Мартин Шин. Ничего такого не планировалось. Просто Фрэнсис сказал Марти: «Давай снимем импровизацию. Ты заперт в комнате, что ты станешь делать?» Мне кажется, работая над фильмом, мы поняли, что он каким-то странным образом является современной оперой. И реализма героя Мартина Шина в начале фильма недостаточно, чтобы дать зрителю не только нужный эмоциональный настрой, с каким надо смотреть фильм, но и визуальную иконографию самого фильма. Просматривая отснятый за день материал, я выбрал несколько кадров с горящими головами камбоджийцев. Смонтировал их при помощи серии многоуровневых наплывов с горящим огнем и летающими вертолетами. А затем подклеил кадры комнаты Уилларда и самого Уилларда спящего. И получилось, что он находится посреди кошмара. Только что вы слышали грохот вертолетов, а сейчас вы видите вентилятор на потолке, а за кадром звук вертолетного винта. Что это? Сон или реальность? Или этот звук издает вентилятор? Помню, когда я соединял эти кадры, я чуть не выпрыгивал из-за монтажного стола, потому что мне казалось, будто вентилятор издает звук, хотя я знал, что это невозможно. Но если даже для меня это было убедительно,
убедительно, почему это не будет убедительно для остальных? Неужели лопасти вентилятора начали превращаться в лопасти вертолетного пропеллера? Нет. И затем слышен звук настоящего вертолета, пролетающего над домом. Уиллард встает с постели, подходит к окну и говорит: Saigon. Shit. All of that. Все это, закадровый текст, вертолеты, горящие джунгли, в совокупности дало очень мощное начало фильму. Мощное не только само по себе, но и в том смысле, что оно определяет место действия того путешествия, которое собирается совершить фильм. Совершенно очевидно, что великие режиссеры дают вам прекрасный материал для работы. Но готовый фильм, который вы увидите, это смонтированная версия, и в большей степени за нее несет ответственность монтажер. Я считаю свою работу увлекательной и захватывающей. Я сел за работу, пролетело 30 лет, а я даже не заметил. Честное слово, я вхожу утром в монтажную, начинаю работать, и ассистентке приходится напоминать, что уже обеденный перерыв. Или Стив входит и говорит: «Эй, Майк, может, прервешься ненадолго?» Или еще что-нибудь. Потому что времени совершенно не замечаешь. Ты создаешь целый мир, строишь свое здание. Эта работа похожа на складывание головоломки. У меня тысячи и тысячи фрагментов, и как сделать из них связанный рассказ? Это идет перед этим, нет, не так. Или вообще, как мне это все понадобится? Монтажер чем-то похож на ученого-талмудиста, который сидит и толкует Писание снова и снова, всегда предлагая другой ответ, более изящный, нежели предыдущий. Когда сидишь в кинотеатре на предварительном показе и слышишь, как публика смеется в нужном месте или всхлипывает и плачет, потому что грустно, а ты именно такой реакции ожидал, это чудесно. Тогда ты понимаешь, какой властью обладаешь. Я верю в человеческую способность к обучению. А иначе какой смысл? Все мы когда-нибудь умрем, и как сохранится такая фантастическая вещь, как кино, если мы не передадим другим свои знания, не научим их, как это делать? За столетия, прошедшие с тех пор, как Эдвин Портер изобрел монтаж, монтажеры вышли из плохо освещенных задних комнат, где они прятались. Когда-то безымянные мужчины и женщины, теперь они стали главными участниками творческого процесса. Самый охраняемый секрет кино, монтажер, наконец раскрыт. Спасибо. Большое спасибо.
Знаете, первый совет по монтажу дал мне Стивен. Не знаю, помнишь ты или нет, Стивен. Стивен был продюсером моего первого фильма «Я хочу держать тебя за руку». Мы с ним о многом говорили, но когда дело дошло до монтажа, он сказал: «Да ну, Боб, нет ничего проще. Когда сомневаешься, вырезай». И все эти годы я говорю то же самое в монтажной. Когда я работал над фильмом, Стивен как раз купил свой первый особняк на Беверли-Хиллз и сказал нам: «Эй, у меня в доме роскошная бильярдная. Хватит, ребята, монтировать на студии в монтажной без окон. Можете монтировать у меня в бильярдной». Мы все обрадовались и переселились в бильярдную к Стивену. Но тут начали происходить странные вещи. Когда мы утром приходили туда, оказывалось, что пленка снята с монтажных столов. Все перепутано. Нетрудно было догадаться, что на самом деле происходило. И однажды я спросил Стивена, в чем дело. А он ответил: «Понимаешь, иногда я не могу заснуть. Тогда я поднимаюсь в бильярдную и смотрю пару частей». Что происходит в монтажной? Вы сидите, болтаете о девушках, ругаетесь, валяетесь на диване, наслаждаетесь жизнью, едите шоколад. А когда кто-нибудь услышит, что приближается режиссер, вы вскакиваете и делаете вид, что трудитесь в поте лица. Вот чем занимаются монтажеры. That's what editors do.